Вот здесь видим следы пребывания доблестной российской армии. Вот это позади меня магазин. Это не попадание снаряда, это они его разбили танком, чтобы украсть жратву, ограбить и просто отсюда все вынести. Вот рядом с магазином мы видим, они рыли окопы, где находились, в том числе там их позиции. А вот, вот церковь, пожалуйста, то есть они специально прикрывались православной святыней, рассказывая, что они воюют за православную веру. Вот так вот они, по сути, прикрывались храмом в надежде, что сюда прилетит со стороны украинских позиций. Но не прилетело, наши не стреляли сюда. А вот еще один магазин, разграбленный доблестной русской армией. Это тоже не попадание, это вот они вырвали, выломали танком, чтобы награбить здесь жратву и бухло. Центр села Хлыстовыйца и вот магазин, сельский магазин.